Мужественные казахи, издревле стремившиеся к свободе, жертвуя жизнью ради воли и чести. Это первые строчки текста гимна Казахской ССР, который звучал более полувека. Гимн приняли в 1945 году, исполняли его и в первый год независимости Казахстана. Автор текста – поэт, литературовед, основоположник обоеведения Каюм Мухаммедханов. О том, кто это такой, на совещании в Астане накануне спрашивал подчиненных президент Нурсултан Назарбаев. Мухаммеджанов, Мухаммедханов, кто это? Почему? Қайым Мұхаммедханов деген бір академик қалымыз. Қайым Мұхаммедханов, ол Абайтану ғылымының негізін қалған белгілі академиктерін бір. Абайтану, Әуезіп тану, басқа тану, соның барлығына қоя бересің бұл аттың астынан. Қандай аттынаға қатынасы бар? Дина Мухаммедханова, дочь ученого и глава образовательного фонда Каюма Мухаммедханова, считает, что имя ее отца не должно быть предано забвению. Его вклад в литературу известен многим. Он восстановил десятки имен представителей казахской интеллигенции из мрака забвения, вернул множество рукописей. Мухаммедханов прошел через сталинские лагеря, не был сломлен и не отказался от своих принципов. Реакция была, конечно, это шок. В независимом Казахстане его признали в 1996 году. За вклад в культуру, в науку он получил государственную премию. С этой премией его поздравил лично президент Назарбаев. И Каюм Мухаммедханов дал президенту бата, благословил его на служение народу. Этот президент не помнить никак не может. Дина Мухаммедханова говорит, что до того, как улице в Астане дали имя ее отца, в 2016 году потомки ученого получили письмо из администрации президента, в котором говорилось о том, что столетие академика должно быть достойно отмечено. Но и тогда, два года назад, в ономастической комиссии были споры вокруг того, стоит ли называть улицу в честь обоеведа, вспоминает дочь ученого. Есть такие люди, которым это не по нраву, и они боятся исторической правды. И поэтому они пытаются всячески принизить значение. А кто такой? А мы не знаем. Понимаете? Понимаете? Это не аргумент. В нашем обществе все-таки есть силы, которые не хотят движения Казахстана вперед. Понимаете? Я думаю, что есть такие силы, которых отбрасывает общество назад. Есть последователи сталинского репрессивного режима. Улицы имени Каюма Мухаммедханова есть в Семее, Таразе, Астане. В родном городе Семее ему установили памятник.